спецпредложение. Потому что, Марина, ты в прошлый раз надевала это платье, а теперь решила я его надеть. Итак, цена 1699 рублей, и у нас есть для вас очень интересная информация. Дело в том, что у нас пополнились расцветки. Давайте посмотрим. Поступило, насколько я понимаю, три новых цвета. Да, и я вижу на тебе как раз новый цвет, да, которого не было раньше. Очень тебе идет. Вот ты знаешь, я надевала это платье хорошо, ты надеваешь платье, это очень идет. Это говорит о том, что это платье подойдет абсолютно любой из вас, любой женщине. Каждый сделает вашу фигуру более женственной, элегантной и, кстати, приблизит любую фигуру к силуэту песочных часов. Ну что ж, я выбираю синие розы. Смотри, вот они, их видно хорошо. Далее у нас какие есть еще варианты? Так, дальше у меня в руках сейчас коралловый цвет. Далее. Далее синий цвет, пожалуйста. Кстати, можно посмотри, да, по поясу по цвету пояса, самое простое. Синий, коралловый, дальше смотрим. А дальше уже цвет желтые розы. Здесь пояс одинакового цвета с цветом платья. Здесь ориентируемся по розам. Желтые розы. И у нас еще есть красные розы. Красные розы. Нам подвезли три варианта роз. Красные, желтые и синие. Цена остается той же 1699 рублей, а вот ассортимент у нас вырос. И поменялся, кстати. Да. Я знаю, что какие-то цвета закончились. Здесь, конечно, очень приятно, потому что каждая женщина сможет сделать себе подарок такой и получить такое роскошное, великолепное платье в своем собственном цвете. Приятно, кстати, что цветов не очень много, и поэтому у вас будет тот цвет, который, скорее всего, вы нигде больше не найдете. Согласна, это эксклюзив. Итак, платье, спецпредложение по цене топика. Да, 1699 рублей. Ну что ж, я ношу 52-й. На мне хорошо сидит платье, предвкушение лета. Ариша у нас стройняшка, она носит 48-й. Смотри, как на ней сидит эффектно. Будет ли также сидеть роскошно на более пышной фигуре? Конечно. Ты знаешь, такое платье будет роскошно выглядеть абсолютно на любой фигуре. Наша модель Елена, посмотрите на нее. Елена, кстати, имеет рост 175, а размер носит 54. И посмотрите, как роскошно это платье смотрится на Елене. Она выбирает, кстати, размер в размер, поэтому вы можете не переживать, смело выбирать именно свой размер и посмотрите, как вы будете блистать в этом платье. Вы знаете, я бы порекомендовала вам заказывать платье предвкушения лета сейчас. Во-первых, правильное название. Мы все ждем лета. Во-вторых, когда появятся первые летние деньки, все кинутся покупать в магазин первое попавшееся, потому что нужно что-то носить, а вы будете готовы заранее. Да. Более того, заказывая сегодня платье предвкушения лета, вы еще получите в подарок серебряное украшение. Ох, как здорово! И, кстати, ты знаешь, все-таки хорошие вещи нужно покупать заранее, действительно, согласна, чтобы они ждали вас, и когда наступает летняя погода, вы уже были во всеоружии. Ну, а теперь я расскажу поподробнее о том, почему подойдет на каждую фигуру, на любую фигуру это платье. Вот здесь еще раз цвета. Давай. Напомню. Желтые розы, синие розы, красные розы и цвет, красивый цвет фуксии. Вот все это великолепие предвкушения лета вы можете заказать сейчас. Мне нравится, это так эффектно смотрится. Так вот, ты говорила что-то про крой. А да, что касается кроя, фигуры бывают разные. Ты знаешь, что есть фигура яблока, когда у нас очень большой животик, например, фигура груши, когда бедра, самая широкая часть тела. Вот, например, да, можете посмотреть, как это платье смотрится на Наде. И фигура квадрат, когда очень широкие плечи и нет талии. Конечно, женщинам всегда хочется талию подчеркнуть, показать, сделать ее более явной. Вот посмотри, какие здесь детали в этом платье будут работать на нас. Во-первых, мы сейчас видим эффект запаха. Посмотри, верхняя часть платья, кокетка, выполнена таким образом, что имеет эффект запаха. Визуально сразу подчеркивая грудь, делая ее более ярко выраженной, красивой, пышной. Кстати, если грудь у вас не очень большая, всегда хотелось бы сделать ее чуть-чуть больше, то такой вырез визуально подчеркнет ваши достоинства. Конечно, при этом все достаточно сдержанно, не вульгарно, все закрыто. Я считаю, что сегодня вообще каждый должен заказать себе это платье. Вы да, видите абсолютно цену? Ну,
это просто несравнимая цена и несравнимое приятное удовольствие. За 1699 здесь платье длиной практически макси. Вот любимый вырез на запах, такая красивая грудь, эффект на подгрудью, все у нас убирается. Кстати, животика не видно. Ну, в общем, мечта, а не платье, да, Марин? Согласна? Абсолютно с тобой согласна, да. Здесь причем есть пояс. Хотелось бы еще на этом сделать акцент. Давай. Этот пояс можно по-разному завязывать. Мы сегодня начали этот час с того, что вы можете выбрать для себя вещь, с помощью которой вы можете меняться, вещи-трансформеры. Посмотрите, вот это платье сейчас на Елене, завязан пояс спереди. Очень красиво украшает, можно сделать бант. Я бы сейчас подошла к ней и продемонстрировала вам разные варианты того, как вы можете завязывать. Значит, вот первый вариант с поясом у нас. Так, вы можете абсолютно по-разному завязывать. Да, например, вот сбоку под грудью, пожалуйста, вы можете сделать эффект галстука. Угу. Также теперь мы попробуем другой вариант и завяжем это платье сзади. Ухудить как раз в этом случае, да, вы утягиваете область под грудью. Вот как раз наши телезрительницы, которые нам звонят, интересуются, если вы выбрали платье чуть-чуть больше по размеру, идеально утянет вот это ответ на вопрос нашей милой телезрительницы, которая только что нам звонила. Не бойтесь, возьмите чуть побольше, 62 размер, всегда можно, видите, посадить по фигуре при помощи пояса. Знаешь, больше, не меньше. Вот когда вещь маленькая, ты уже ничего не сделаешь. А когда она свободно сидит, все-таки все стилисты, я слышала, говорят, что должен быть какой-то воздух между вещью и телом. Абсолютно. Знаешь, я скажу даже больше. Угу. Вот многие дамы с пышными формами считают, что нужно максимально утягивать себя. Иногда важно, наоборот, брать вещь чуть-чуть больше, когда у вас есть, например, на брючках какие-то складочки или блуза достаточно свободно на вас или платье сидит, визуально вы сразу кажетесь меньше. Да, да, я тоже слышала про такой трюк, и в кино даже, когда хотят показать, что персонаж потолстел, на него специально надевают одежду меньшего размера, которая обтягивает и выделяет все вот эти складочки. И кажется, что человек толстый, ну, стал толстым, да, вдруг, когда снимают фильмы. Вот такой вот интересный трюк стилисты делают, поэтому учтите, пожалуйста, пусть лучше будет 62-й, ну, так вы будете себя уверенно чувствовать. Ну что ж, 1699 рублей. Как ухаживать за таким красивым платьем? Предвкушение лета. Ну, и это самое приятное завершение. Платье действительно для любой женщины, для любой фигуры, для любого возраста. Да еще и ухаживать за ним очень просто. Но это не платье, а подарок. Действительно, я сейчас покажу вам, насколько просто это платье в уходе. Посмотрите, я его уже смяла, подготовила. И, пожалуйста, я сейчас убираю руки, и вы посмотрите, как материал струится. Он абсолютно не мнется. Это значит, что такое платье может аккуратно лежать у вас в гардеробе, и когда вам оно понадобится, оно вас выручит всегда. Давай напомним цвета. Может быть, ты покажешь те, которые были с утра, а я возьму новые оттенки. Итак, смотрите, у нас всего есть. Смотрим, начинаем с тебя. Давай. Значит, здесь у меня в руках синий. Дальше у нас идет красивый коралловый цвет. Выбор, выбор нашей телезрительницы. Далее три новых цвета, которые поступили к нам буквально полчаса назад, как горячие пирожки. Это красные розы, вот эффектный принт. Далее идем. Я выбираю синие розы. Вот, посмотрите, как платье на сидит. На тебе очень красиво. И желтые розы на ваш выбор. И все это за 1699 рублей.